Всем привет и хорошего настроения, с вами Рэй. Сегодня поиграем в Sky Keepers. Игрушечка про паренька, которого зовут Пелаги. Живет он в маленькой деревушке. И у него, видимо, какие-то проблемы. Ну что, давайте зайдем в деревню. Посмотрим, что тут. Ну что, оформление довольно неплохое. Коучил, крафт и шоп. Замечательно. Пойдем зайдем в лес. И первое задание, которое нам доступно, это будет обучение. Обучение, как играть, соответственно. Давайте приступим. Папа, ты где? Так, паренек, я так понял, ищет своего отца. Ну, это хорошо. Ага. Сын, что ты тут делаешь? Я пошел на твои поиски. А ну возвращайся домой, нечего тебе здесь делать. Ну, у меня скоро экзамен на охотника, и я хочу проявить себя. Ну, в общем, тут такая лабуда, что отец говорит: ладно, сынок, ты продвигайся, я буду тебе всячески подсказывать по твоему прохождению. Так, это что-то непонятное у меня было. Так, ну что это? Аркадушка у нас, что ли, получается? Прыгаем и деремся. Так, чекпоинт. Пока все довольно просто. Прыгаем, перескакиваем. Опять прыгаем. Разбиваем. Так, какие-то шарики. Не знаю, что они делают. Ага, здесь можно от стенки к стенке перепрыгивать. Все довольно пока понятно. Камни тоже разбиваются. Давайте-ка сюда запрыгнем. А что эти шарики дают, а? Ну ведь что-то дают. Пока непонятно что, но думаю, скоро мы это узнаем. Ага, вот и отец. Первое его обучение, да? Так, нажмите B и LS в направлении. Цель. Ну-ка. Ага, вот что он умеет делать. Будем знать. Все, ты справился со своим первым заданием. Отправляйся дальше в лес. Там ты найдешь много чего полезного. Но также не забывай, что там тебя ждут опасности. А я побежал. Добрый папа какой, а? Ну а здесь-то что? Ты готов, сын? Сейчас ты будешь учиться базовым атакам. Ну давай, как я буду учиться? Ты мне кого-то дашь? Так, базовые атаки. Какой-то гигант. Так, за то, что я его бью, у меня копится спирит. Используйте. Это специальная атака, да, у нас Ю? Ничего, правда, специального я в ней не вижу. Так, а убить я его так не убью. Видимо, надо специальной атакой. Замечательно. Так, а теперь, значит, что? Левый стик вверх и Ю. Так же вроде бы. А просто убить их невозможно, да, при обучении? Нужно сделать именно ту команду, которую он просит. А если я не хочу? Если я хочу вот так вот убить? Нет. А ни в какую. Да, но почему-то он бьет у меня обычным ударом. А мне нужно какой-то супер удар сделать. Ну, копим, копим. И ударяем. Ну я же зажимаю ЛС. Че не так-то? Что-то я, видимо, неправильно делаю, ребят. Ребят.
летает у меня здесь как сраный веник, а? Такие чудики, главное, посмотрите. Дерево, голова как полено, сам механический. И такие твари у них живут в лесу. Все не то. Это все не то. Тут нужен какой-то специальный удар. Не подлет, не телепорт. Вот, видимо, вот это надо. Точно. Батька там наверху орет. Типа, используй разные комбинации ударов. И будет нормально у тебя все с балансом. А теперь, говорит, приготовься к следующей атаке. XXX. Так, ну ладно, XXX, это понятно. Теперь нужен этот верхний удар, как он делается, ты уже забыл. А, LSU, вот. Отлично. Это все идет базовая фигня, да? И убежал. Ну, хоть хорошо, проходим дальше. Грибок. О, хорошо подпрыгнули. Так, а здесь у нас что? Ага, я уже понял. Здесь надо делать, как я уже забыл там. Б, ага, вот так. Пап, я вроде как справляюсь. Да, ты справляешься, но приготовься к следующей атаке. Теперь мы будем, типа, учить защиту и уклонение. Для начала, типа, додж. Уклонение, да? Давай. Так, ЛБ. ЛБ, где у меня ЛБ-то, блин, тут? Ага, вот она. Ну, чё, я ж делаю... Отлично. Следующее задание. Теперь будем защищаться. Ну, давай будем защищаться. Встал в блок, и он сдох. Ну, ладно. Вау, у тебя хорошо получается. Да, пап, отлично, все нормально. Ну, дали тут, ё-моё, так. XXX. Левый стик плюс U и левый стик плюс B. Во, блин. Ту комбинацию я, по-моему, ни за что не сделаю. Раз, два, три. Ё-моё. Слушай, а я что-то не понял. LS и B, это что дает? B у меня дает телепорт. А как же я, блин, LS этот сделаю? Ну, с левым стиком вместе. Ага. Вот оно что. Молодец. Теперь давай расправься со всеми врагами. Типа покажи, на что ты способен. Добро пожаловать, Пелаги. Возвращайся обратно в деревню. Там тебя уже заждались. Ладно. Миссия выполнена. Ну, это было у нас обучение. 15 шариков этих получили. Танги. Отца его звать Танги. Сам он Пелаги. Действительно, какие-то гавайские аборигены. Ну, давайте зайдем в деревню, глянем, что здесь. Здравствуй, прекрасная старушка. Старушка или дедушка? В общем, не имеет значения. Она на самом деле очень милая. Или он, хрен знает кто. В общем, я так понимаю, это глава, точнее, старейшина этой деревни нашей. И он в чем-то заинтересован. Ему что-то нужно от нас. Видимо, просит куда-то нам нас сходить и что-то ему принести. Так, давайте зайдем сюда. Посмотрим вообще, что это за здание. Так. Какие-то амулеты. Активировать на Ю. Но почему-то я пока ничего не могу сделать. Хм, странно. Причем не один. Ладно, а здесь? Не понимаю. Давайте в следующий. Зайдем в крафт. Так, ботинки и перо. Ага, мы сделали ботинки. Мы сделали перо. Подожди, мы нифига, по-моему, не сделали. Это у нас ингредиентов нету. Это просто показали, как должно быть.
Соответственно, экипировку тоже мы не можем никакую одеть. Блин, на русском бы языке было бы все. Я в английском-то не особо фурычу. Вот, должны получиться ботинки и перо. Ладно, выйдем отсюда. Давайте зайдем в магазин, посмотрим. Так, молоко. Молоко какое-то. Ну, здесь мы и покупаем, все за голду. 3 голды осталось, этого очень мало. И что же здесь еще можем сделать? Ничего, ровным счетом ничего. Так, восстанавливает нам 30 единиц жизни молоко. Пойдем в лес обратно, что? Делать нам нечего. Реворд 15 шариков. Что они делают, я не понимаю. Ладно, хрен с ними. Разберемся как-нибудь по пути. А у нас следующее задание. И опять тут батя что-то тут начинает со мной диалог какой-то. Бла-бла-бла, все дела. Я не буду здесь читать. А просто сразу перейдем к делу. Угу. Здесь мы прыгаем через вот такой вот удар. А здесь надо проскочить. Они не разбиваются, ясно. Так, а как мне отсюда выбраться? А? Опа-на. Я как в тупике теперь. Не пойму я, что мне надо сделать. Так, подожди, больно же. Зараза, а? Как выйти-то отсюда? Что с одной стороны зажали, что с другой? Ага, у меня же есть подкат, вот. Точно. На подкатике можно, значит, проскочить. Иди сюда, родной. Сейчас я на тобой позабавлюсь. Ага, ты не один. Ты с компашкой тут. Кто ж такие-то, а? Ты дерьмодемоны. Ну, они довольно легкие. Меня это радует. Так, чекпоинт. А здесь у нас что? Так, получили ножичек какой-то, да? Значит, берем ножик, бросаем его. И в этот момент он будет действовать как елки-палки. Как камень для телепортации. Ну, как это сделать, интересно? Давайте попробуем. Так, кидаем. Теперь. Да, действительно, все сработало, все замечательно. Так, еще один чекпоинт. Продвигаемся. Слушайте, довольно такая милая. О, это еще что за пугало огородное? Монстр-пушка, что ли? Он даже не успел ничего сделать, как его размазал. Ага. Так, подождите, еще один там появился. Ух ты, ничего себе, действительно пушка. Ёлки-палки, смотри, что это делает. Успокойся там, давай. А что он в таком щите-то, интересно? Его пробить можно? Можно. Но не сразу. Вначале сбиваем щит, а потом уже и самого добиваем, ясно. А тут что? Что ты, батя, пришел тут опять? Мне по ушам ездить. Вроде пока сам все разбираюсь, так что иди гуляй. У меня якобы тут задание на зрелость. Знаете, как у африканских племен. Я должен выполнить определенное задание, доказать всему племени, что я достоин быть охотником. Вот сейчас типа того же я прохожу. Вот и мое задание. Я нашел кусок полена. Да. Ну что, ага, батя пришел. Сынок, ты молодец. Ты нашел первую часть задания, которое попросил нас старейшина. Папа, что мне в следующий раз делать? Да, ты отправишься куда-то в Дангероус подземелье, что ли? Давайте глянем. Даже не терпится. Так, маленький
Да удаленький. Ладно. Пелаги, будь осторожен. Впереди ждет еще более сложное задание. Да, батя, как-нибудь справлюсь. Ага, прыжки. Голимая аркада, ребята, голимая. Но сделано так красиво, по крайней мере. Что за чучел? Оу. Тут какая-то у нас нежить появилась теперь, летающая. Что делает? Пуляет с каким-то шариком. Ага, шарик-то еще тепловой. Точнее, самонаводящийся. Ну, иди сюда. Ты сдох. Так, замечательно. Значит, врагов можно здесь и скидывать в лужи, во всякую фигню, и они от этого умирают. Это, кстати, очень редко в играх бывает. Так, блин. Не получилось немножко. Иди сюда. Куда ты полетел-то, а? Я еще с тобой не закончил. Ну, теперь отдохни. Так, а здесь что? Какие-то хрен пойми что. Ой, это что такое? У-у-у, ребята, смотри. Они мне вреда-то не наносят. Но скорость у меня в разы меньше становится. Короче, какие-то замедляющиеся бомбы. Так, надо шарики собирать эти, не знаю для чего. Ну, вы сами видели, там скоро появятся новые скиллы. Может быть, они там... Так, тихо. Тихонько, подожди. Так, пора. Пора, 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 пора. Давай. Да что ты делаешь-то, ё-моё, ну... Да не чуди, вот так вот. Да ядрить твою налево. Да, вот так вот. Ой, подожди, подожди, подожди. Давай, 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 давай. Лишь бы добрался. Добрались, отлично. А дальше-то что, вниз? Давай. Бежим далее. Опять камни. Ну, это все разбивается здесь. Бочки тоже разобьем. Чекпоинт. Опа-на. Что здесь будет? Ага, замедляющий этот хрен летит. Там сверху ведьмак пуляется. Вау, вау. Тихо, тихо, ребята. Не слишком ли у вас тут много, блин, замедления? По-моему, меня сейчас тут раздеребанят. Да пушка там еще палит. Бля, как ее надо? Надо ее разбомбить. Да ну, невозможно. Смотри, что творится. Так, ну, по крайней мере, хотя бы замедления нету. И то радует. Блин, пушка эта злая очень сильно. Да сдохни ты уже. Блин. Это еще своими шарами там пуляется. Да вы когда-нибудь-то прекратитесь появляться или нет? Или мне надо что-то здесь убить, чтобы вы перестали? Так, по-моему, мне хана, да? Мне хана, ребята. И что мы будем делать? Откуда начнем? Ага, с чекпоинта. Ну, это хоть радует. Давайте-ка как-нибудь поаккуратнее все здесь сделаем. Блин, мне этот летун бесит, если честно. И почему только меня замедляют, а? Замедляли бы тогда уж и этих тогда, своих дурачков этих, летающих. Я даже не знаю, кого здесь быстрее завалить-то надо бы. Летун этот раздражает. Ну пушка, ладно, она хоть стреляет по прямому, а у этого снаряд тепловые. Блин, по-моему, меня сейчас опять разберут. Хотя есть шанс. Есть, есть шанс, ребятушки. Вы же знаете наш девиз. Не пасовать перед врагом. Да успокойся ты. Он опять поставил щит, а? Или это уже другая? Нет. Та же самая пушка, я думал, просто другая появилась. Слушайте, а зачем вы вообще сюда пришли? Куда идти-то далее? Тупик. А может быть... Ага, здесь вот так вот можно делать. Как в старых добрых играх. Ну что ж, давайте опускаться вниз. Так, аккуратненько. Здесь у нас
Здесь у нас болото какое-то. Главное не упасть в него. Не достаю. Ой, ё-моё! Кстати, вот это вот хорошо придумано, что ты не умираешь, а тратишь просто какое-то определенное количество жизни. Эй! Определенное количество жизни. Да что такое-то, ё-моё! Ага, подхил у нас идет не сразу, а постепенно. То есть понемножечку прибавляется. Ладно, будем знать. Так, вот этого надо в первую очередь грохнуть. Блин, я думал, что он упадет, а он не упал. Да елки-палки. Сдохнет уже, блин. Да, агрессивные тут ребята, конечно. Довольно-таки. Ну, еще раз повторюсь, мне нравится, как она сделана. Я вообще... Блин, я думал, не пролетит снаряд через преграду. Но, как видите, пролетел. Вообще люблю игры вот именно такой прорисовки. Сдохни, тварь. Кто еще? Пушка, да? Нет, пушки нету. Скидываем их. Вот так вот, это другой разговор. И получили баночку. А дальше что? Опять какая-то фигня. Ну что, эту мы не достать не можем. Ладно, пойдемте тогда в обратную сторону. Может, мы где-то что-то пропустили с вами. Ага, у нас здесь еще можно как-то наверх. Давайте попробуем добраться до туда. Почему-то в прошлый раз у меня не получилось так легко все это сделать. Опять вы, а? И пушка еще эта. Чем-то напоминает мне рисовку, знаете, какой игры? Rise of Shane. Помните такую, да? Тоже там воевали. С космическими пришельцами там всякими, с Игромира. Так, давайте-ка накумарим его. Правда, у меня жизни-то на один удар. А, я думал сдохнет. Да куда же я сам под... Выстрел-то... Подставился, елки-палки. Блин, тут хорошо хоть бесконечной жизни, я надеюсь. Так, а мне сюда, по-моему, не надо, да? А, надо. Надо вот туда идти. Наверх. Давайте перепрыгивать. Я просто посмотрел, появляются ли монстры, которых я убил. Нет. И это радует. А то обычно во многих играх, когда на каком-то уровне умираешь, мобы и все эти восстанавливаются. А здесь нет. Так, ну что, пушка, теперь твоя очередь настала. Ё-моё. Такой полен. Ничего себе он мне дал. Харкун. Ёлки-палки, он не только стреляет, он еще и отталкивает, типа бьет меня. Да пора его проучить, по-моему, а. Так, собрали, прыгаем. Что, не ожидал? О, блин, опять. Так, вот этого летуна в первую очередь. Черт, не упал, а, не упал. Сдохни нафиг. Один сам себя. В общем, неплохо, неплохо. Пока мое мнение положительное. Ох, сколько у вас здесь. Блин, был бы какой-нибудь суперудар или что-нибудь в этом роде. Вообще было бы великолепно. Хотя я думаю, что в дальнейшем у него такие удары появятся. Я даже предчувствую это. Блин, по-моему, меня сейчас здесь разложат. Ага, здесь не пролетает его на снаряды. Значит, можно смело атаковать. Отлично сделали. Минус один. И тебя, смертушка, тоже мы добьем. Упал. Иди сюда, красавчик. Взорвался.
Ну что, давайте отметимся на чекпоинте. Поднимемся наверх, разобьем эти ящики. Шип этот тоже. И продолжаем с вами двигаться. Вперед. Только вперед. А это что такое? Ого! Это-то еще кто такой? Босс, что ли? Ну, кто бы он ни был, надо его убивать. Правда, у меня очень мало хп. Так, раз-два. В принципе, мне его и тактика понятна. Удар. Удар, удар. Почему 4-то раза ударил? Должен был 1 раз ударить. Ладно, неважно. Ну, чуть-чуть осталось. Так. Еще удар. Не сдох. Готов. Ничего сложного в нем не было, абсолютно. И мы нашли какой-то красный цветочек. Это, видимо, второй элемент. Миссия пройдена. И я так полагаю, мы сейчас вернемся в деревню, да? Да, нам надо вернуться в деревню. И, видимо, отчитаться старости. Типа, я все нашел. Спасибо тебе, молодой Пелаги. Ты достоин своего отца. В общем, все дела. Мы дальше здесь не будем зацикливаться. Пролистаем все. Для крафта нужно что-то еще ему. Ну, тем не менее, он нас поблагодарил. Пришел какой-то, не знаю, монах, Будда, кто он там такой. И что-то они здесь спорят о чем-то. Паренек, естественно, соглашается. Этот говорит, что не стоит его нагружать. Он, типа, очень устал. Только не сегодня, типа. Зря вы отказываетесь. Что-то мне не нравится эта музыка. Что это с пареньком случилось? Так. Я не могу это прекратить. Пелагий, держись. И что такое, не понял я. Так, с Пелаги что-то произошло. Замечательно. Он стал каменным. Превратился в камень. Какое-то проклятие, что ли, на него положили. Ага, Лили приходила к его каменной статуе много лет. В надежде на то, что он обратно станет человеком и станет защищать их деревню. Приносила ему цветы, еду. В общем, ухаживала за ним, как за живым человеком. Но однажды днем Пелаги пошел рубить дрова, и в него ударила молния, и он умер. Замечательно просто. Танги, это отец Лили. Лили, я не знаю, кто такая, откуда она взялась. Но посмотрите, что стало с деревней. Совсем другая деревушка. Все заколочено. Какие-то хлипкие домики. Да, очень весело. В общем, сколько-то лет он там провел в бессознании. Все изменилось. Не в лучшую сторону. Лодки все потоплены. А этот старик все еще жив. Старейшина-то. В магазине у нас по-прежнему только молоко продается. Так, у нас... Ну, мы можем себе позволить это. Ну, в общем, такая вот... начиналось все хорошо, а продолжается все печально. Ладно, ребят, на этом я буду заканчивать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр и увидимся с вами в следующих сериях. Всем пока, до скорого.